Друзья, так уж вышло, что мы с Джеффом, который сейчас прячется под кроватью, которую я пытался достать сейчас, но он никак не хочет ко мне идти, немножко переехали в Австрию. Мы уже давно это планировали, но смысл видео не в этом. Я хочу сказать, что сейчас будет очень много интересных видео с Европы, и я буду очень много изучать европейские бизнесы и рассказывать вам, ну и продолжать наши реалити-шоу, стартапы о наших российских проектах, потому что я обязательно буду постоянно летать в Россию. Но со мной произошла интересная ситуация. Я сидел в кафе и записывал видео, и ко мне подошел человек и спросил, ну, то есть тут такая история, это нормально, спросил, чем я занимаюсь, я рассказал о нашем YouTube-канале, а он сказал, что он из австрийского университета, преподаватель, и сейчас как раз его ребята, он занимается какой-то там в сфере digital профессии, так скажем, преподает, и его ребята пишут дипломную на тему YouTube. И он попросил, посмотрел наш канал, ему очень понравилось, и он попросил посодействовать ребятам в дипломной работе, и чтобы вы ответили на несколько вопросов, он прям даже список не подготовил. Поэтому я думаю, что это не затруднит вас, это займет буквально там 2-3 минуты, а я буду, и наш профессор будет очень вам сильно благодарен. Поэтому, друзья, пройдите, пожалуйста, опрос внизу, но совсем скоро будет еще больше классных европейских видео и наших реалити-шоу из России. Всем привет, друзья! С вами Роман Никитин, и сегодня очень классное видео. Классное, потому что мне оно очень нравится, оно будет задевать ту самую книгу, о которой я очень часто говорил, которую меня очень часто спрашивают в комментариях. Собственно, я решил немножко раскрыть ее, немножко рассказать о ней и поделиться самыми лучшими аспектами этой книги. И эта книга, она правда очень сильно мне помогла в свое время начать свое дело. Я без преувеличения это говорю, я честно не являюсь каким-то фанатом тренингов, инфобизнеса, книг каких-то там обучающих всяких, ну вот мотивационных. Но эта книга была довольно неплохой, она мне правда очень понравилась, поэтому я ее все время рекомендую. Я решил немножко сделать аналитику этой книги специально для вас, потому что очень часто меня не спрашивают. И сегодня, собственно, мы о ней поговорим. И она вам, правда, очень поможет в бизнесе. И видео я сегодня назвал так. Топ-10 советов будущим предпринимателям от компании Starbucks. И я знаю, что эта компания, раз у нас канал немножко посвящен кофе в том числе, и я знаю, что все, кто занимается кофе, в любом случае знают эту компанию и знают, насколько сильно она повлияла на кофеиндустрию в принципе. Я думаю, что если бы нет компании, вряд ли мы бы с вами здесь сидели и разговаривали на кофе темы и вели этот кофе-бизнес, зарабатывали бы эти деньги. Поэтому это как раз-таки книга о Starbucks, и я выделил из нее самые главные, самые интересные для вас моменты. И я надеюсь, они вам будут полезны. Поэтому вперед, погнали. Я думаю, все вы знаете, кто такой Говор Шульц. Если не знаете, обязательно зайдите сейчас в интернет, погуглите, посмотрите, что за Говор Шульц такой и почему я все время рекомендую его вам почитать. Сейчас 65-летний, насколько я помню. Насколько я думаю, мы сейчас примерно где-то в этом возрасте. Сейчас он уже, конечно, просто является членом совета директоров компании Starbucks. Но раньше он был очень амбициозным и очень целеустремленным молодым человеком. Он устроился на работу в компанию, которая продавала кофейные зерна. И совету директоров как-то раз он предложил открыть на базе этого магазина эспрессо-бар по типу того, что были в Италии представлены. Конечно же, как мы все знаем, его идею отвергли, потому что инноваторов не любят, потому что они любят очень инициативных людей. И он решил сделать это сам, он ушел из компании и решил идти самостоятельным путем. Так, через пару лет невыгодная компания Starbucks решила продаться Говарду Шульцу уже, и, собственно, именно так все и появилось, все и так и началось. Сейчас мы знаем, что компания Starbucks — это более 65 стран и более 20,5 тысяч кофеен по всему миру. Ну а личное состояние Говарда Шульца на сегодняшний день насчитывает более 3 миллиардов долларов. Очень жирно. Слишком жирно. Надо кусочек как-то теп. Я решил в этом видео поделиться советами этого безусловно успешного человека. Человека, который очень сильно вдохновлен, потому что я занимаюсь, половина моей деятельности как минимум занимается кофейным бизнесом, и он мне очень симпатизирует, очень нравится. Я решил санализировать его, выделить все важные моменты
и поделиться им с вами, чтобы он вас вдохновил так же, как и меня. Его идея мне нравится тем, что путь у него довольно, может быть, на данный момент он покажется стандартным, но для меня он на тот момент казался очень нестандартным. Когда ты бросаешь все, уходишь, пытаешься начать что-то свое, и еще и проповедуешь такую идею, которая абсолютно пока еще неприемлема для мира, а он, в принципе, зародил эту кофейную культуру. В общем, впереди 10 советов от этого крутого чувака, и они мне очень помогали, они у меня, правда, записаны на листочке. Если вы предприниматель, говорит он, совет номер один, то вам необходимо мечтать о чем-то большем. А потом нужно мечтать еще о чем-то большем. В общем, если вы предприниматель, то вам надо мечтать гораздо больше, чем все другие. И не знаю почему, но мне это очень нравится, мне это очень близко. И я пытаюсь мечтать просто постоянно. Номер два, говорит он, для вас, как для предпринимателя, все будет стоить гораздо дороже. И еще все это будет занимать еще больше времени, чем у других. Поэтому вам надо будет необходимо привлекать деньги в ваш бизнес. И в чем его совет? Это в том, чтобы вы привлекали деньги в бизнес от тех людей, которые являются вашими единомышленниками, от тех, кто, вам кажется, разделяет ваши взгляды. И он утверждает, что только так можно не только легко привлекать деньги, но и привлекать деньги на долгую, чтобы у вас они хорошо работали, чтобы инвесторы, как показывает практика, не дергали вас, не пришлось вам их заражать какими-то своими идеями и так далее, чтобы вы мыслили в одинаковом направлении, в одинаковом диапазоне. Номер три, и это тоже очень крутая штука, которой я пытаюсь постоянно пользоваться. Он говорит, вам не построить организацию, если вы крупную, хорошую, успешную организацию, если вы не будете привлекать людей в нее куда более профессиональных, куда более успешных, куда более целеустремленных, чем вы сами. Очень круто. В общем, надо привлекать в себе компанию гораздо умнее людей, чем мы. Номер 4. Прибыльность – это очень мелкая цель. Это очень мелкая цель, если у нее нет настоящего предназначения. Ну а настоящее предназначение может быть делиться этой прибыльностью с другими. Мне кажется, очень круто. Номер 5. Тоже очень интересно, тоже очень необычно, на котором стоит подумать. Сегодня любой бизнес, который принимает текущее положение дел как основу, просто обречен на уничтожение, на вымирание. Мне кажется, это очень умная штука. Номер 6. Снижать цены и устраивать постоянные распродажи – неустойчивая бизнес-стратегия. Номер 7. У каждой компании, у хорошей компании должно быть собственное сознание. Вы должны знать, кем вы являетесь и кем вы не являетесь. Номер 8. Вам следует понимать, что победы и все успехи нужно разделять со всей своей командой. Не стоит перетягивать на себя одеяло. Разделите эту радость, радость побед со всеми причастными. Номер 9. И это тоже очень крутая штука. Множество событий, про которые мы говорим повезло, на самом деле не имеют ничего общего с везением. Такие события наступают всего лишь, когда мы берем на себя по максимуму. Когда мы используем возможности, открывающиеся перед нами. Ну и самое главное, когда мы берем ответственность за свое будущее. Когда мы... Это тоже очень важно, когда мы видим то, чего другие не видят. И когда мы, самое главное, настойчиво воплощаем свое видение. Номер 10, и оно тоже довольно умное. Когда вы растете, ошибки вам прощаются. Ну и 11 такое бонусное. Если вы глава компании, то постоять в сторонке у вас никак не получится. Тоже неплохо. Кстати, у Говарда Шульца есть отличная книга «Как чашка за чашкой строилась Starbucks». И я ее очень часто советую всем прочитать, кто мне обращается в личные сообщения. Поэтому, если сейчас вы смотрите это видео, я советую прочитать ее и вам. Потому что она очень полезная, она очень вдохновляющая. И это не просто мотивационная чебурда, а еще и неплохая книга, если вы думаете о своем кафе, ресторане, кофейне, закусочной, неважно. Как-то связанной со сферой общепита. Да и в принципе бизнеса тоже, она правда полезная. Поэтому лайк, если читали. Пишите в комментариях и в лайк в любом случае за видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И в комментариях пишите, пожалуйста, книги, которые вам нравятся, которые вас вдохновляют, потому что тоже очень важная штука. Я их изучаю, смотрю, читаю. Правда, очень редко, но мне какие-то нравятся в любом случае. И я буду рад, если вы поделитесь каким-то своим списком книг, которые вам понравились. И спасибо за то, что смотрели. Скоро увидимся.